Всем привет, с вами Кирт 5, и мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved. Я тут немного сейчас пособирал камешков, понадел фундамента для каменного заборчика, и тут нашел вот такой вот домик чей-то. Мне интересно, это вот он меня захерачил или нет? Хотя вряд ли, потому что он у него... Во-первых, у него прирученная Фиомия. Во-вторых, у него все закрыто со всех сторон. Не хочу его убивать. Нет, точнее, его убивать бы и не стал. Я к нему вламываться тоже как-то не хочу. Интересно. Воу, воу, воу. Она ж агрессивная, смотрите. Ну-ка, она много дамажит? А, окей, она не это. Забавно вообще-то. Так, ладно, чего мне там не хватает-то для... солома? Тут уже достаточно далеко отошел вообще-то. Потому что я как бы собираю ресурсы, заодно и... смотрю тут, что, где, да как. Уже 10 фундаментов. Этот пляж все тянется и тянется, все дальше и дальше. Да, смотрите, река-то вообще вон какая. Она, по-моему, проходит вообще насквозь весь... насквозь остров. Весь остров. Да. Да, и там ничего интересного нет. Пойду вернусь тогда. По пути еще немного пособираю. И думаю, уже мы достроим, наконец, фундамент для забора. А там уже и стены поставим. Так, ну тут как раз-таки зеленый маяк. Прям недалеко. Как же я могу его пропустить-то? Никак. Может, с ним будет, в нем будет что хорошее. Надеюсь, он сейчас не исчезнет прямо перед моим носом, как предыдущий. Вообще, я когда собирал, то я... О, вообще, маяки, я заметил, что у них там есть такая вещь, как... это... ну, типа, жизнь, не знаю, что у них. Вообще, наверное... То есть они ломаются, я имею в виду. Я не знаю от чего, от времени ли, или еще от чего-то. И, блин, что-то он там где-то в не очень понятном месте. О, нет, знаете, я не хочу рисковать, никуда я не пойду. Сейчас замочу слоненка очередного. Ты аж 11 уровня. Что, не, мне лень за ним бежать, я лучше воду себе, воды себе пополню, запасы. Думаю, 15 заборчиков-то. Ты вернулся, что ли? Нет, это другой уж. Дерево на будущее. И как-то кадры все... кадры, то есть FPS, почему-то снова стали очень низкими. То есть 23, 22, 21, 20. Что такое? Почему так? Опа. Дилофазаврик. Опа, еще один. Нет, это просто камни. Ну вот мой домик. Пожалуй, я сразу уберу отсюда. Так, где мы остановились? Кстати, сколько у них? 10 тысяч?
Погодите, только 10 тысяч? Я думаю, у них вообще дофига будет. Я думаю, у них реально дофига будет здоровья. Может быть, у них типа сопротивляемость к оружию больше или к обзрывам. Так, я не посчитал, это три, да? Это раз, два, три, да, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Блин, как тут лесенка-то и все идет. И. Восемь. И тут теперь будем надеяться, что произойдет сейчас состыковка. Что-то я переборщил, что ли? Ну-ка. Раз, два. Что-то я переборщил. Странно, погоди. Так. Ты не хил так переборщил. Ну-ка вот. Это закончился. Это раз, это два, и все. И тут уже больше не надо. Что-то я прям ушел, капец. Стоп. Или все правильно? Раз, два. Нет, что-то не так. Что-то я не въезжаю. Так. По идее у нас 8 на 7 должен получиться квадрат. Да, 8 на 7. Раз, два, три, четыре. Ясно. Я вот тут лоханулся. Вот, видите, какой тут... Ладно, сейчас я все исправлю. Будем надеяться, что все будет хорошо. Так, все, я тут, что не нужно было, разрушил. Теперь давайте вместе считать. Раз, два, три, четыре, и все. Четыре. Ё-моё! Ну, ладно, там было четыре. Где он? Хрен с ним. 4. 5. Вот тут еще. 5. Ну же. Так. Окей, тут мешается вот эта вот херня. 5 там. Также я сейчас
посмотрел в вики этой игры, которая официально от разработчиков. Так. Нет, все правильно. Каменные стены, они отличаются от деревянных, то есть у них та же прочность, да, то есть 10 тысяч, но от металлических, написано, что от металлических кирок, топоров, они, то есть вообще от металлических орудий, они получают всего один урон себе, а в то время как деревянные получают 20. То есть они, считай, в 20 раз прочнее, если судить по этому. Так, это 6. 7. Ну, ё-моё. 8. Что-то совсем далеко. Неужто я опять обсчитался? Там что-то одинокое стоит. Одинокий фундамент. Нет, по идее все правильно. А, так. Давайте на всякий случай еще раз прочитаем. Ну, по поводу взрывов, там ничего не сказано, и также ничего не сказано по поводу динозавров. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Отлично, все четко, все правильно. Только вот потерять их, это просто как раз плюнуть. Теперь сюда. Сколько там... 7, да? Да, 7. Раз. Ой, блин. Раз. Нет! Ну нафиг. Ты. Очень неудобно сделано. Вот пипец, неудобно так настраивать, потому что буквально миллиметрик мышкой в сторону сделал, и все. Нахрен. Очень сложно прицеливаться. Так. Вот еле-еле двигаю мышку, и все равно, посмотрите, как он скачет. То вообще сбивается с этой точки, то... Вот видите, я не могу сделать прямо. Вот сейчас было секунду, и сразу... Вот. Я буквально, я не знаю, по доле миллиметра двигаю мышку, и вот так вот все сложно. Так, три. А бывает легко вот в некоторые разы. Четыре, да? Раз, два, три, четыре. Ну же. Вот. Она прямо вообще не встает. Я миллиметр вправо, миллиметр влево, она сразу на другую диагональ ставится. Вот как-то сейчас повезло. Я хотел сказать уже, но не поставилось, но все-таки немножко прошло пару секунд и все-таки поставилось. Так, 2, 3, 4, 5, 6, последнюю. Так вот. 7. Хотя как-то странно не совпадает. Вот раз. Так. Так. В принципе, тут почему-то тоже не совпадает.
Может, не 7. Может, не... Я уже... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ладно, нормально. С этим подсчетом, блин, уже... Всех, наверное, достал. Но... Нужна ж точность, когда дом строишь. Давай, прямо, встань прямо. Может, это из этого дерева? Так, ладно, придется срубить. На нем, кстати, нет, ряд. Тут два дерева рядом, окей. Лианы на соседнем дереве. И что-то все ужасно лагает. И почему-то 15 кадров в секунду. Я уж не знаю, в чем дело, что у меня так жрет кадры в этой игре. То есть, ведь вроде было все нормально. Так, все равно не хочется ставиться по-человечески. Ладно, может быть... Ай. Вот как-нибудь... Вот... Вот. Так, что ли? Вроде так. Так, это раз... Два. И последнее. Три. Так, еще одну могу сделать. Четыре. И нам чего-то теперь не хватает. Теперь нам не хватает камня. И уже день заканчивается. Ну что ж, я опять отправляюсь добывать камень. И думаю, мы уже сегодня точно доделаем этот долбанный забор. А что бы то ни стало. Фух. Ну вот вроде насобирал. Так, теперь можно и... Дальше ставить. Так, тут было 4. Теперь будет 5. Если у меня получится. Вот. 5. 6. Последнее сюда. 8. Теперь сюда. Уже раз. Два. Три. Четыре. Ага. Тут такой малюсенький промежуточек. Я даже не знаю, чем его заполнить. Ага. Ну ладно, пусть тут будет. Вот такая дырка небольшая.
Только что делать с остальными фундаментами, я не знаю, я их как-то немного, слишком много сделал. Так, нафиг. Что надо для стен? Для стен надо, в принципе, то же самое, что и для фундамента, только больше. Так, значит, так, сейчас я чертежик стены сюда поставлю. Фундамент я тут вот понаделаю. О, как? Бум. Бум. Кстати, когда по ним ходишь, почему-то звук, как будто ты ходишь почему-то металлическому. Потому что для камня вроде, когда ходишь по каменному, по камням есть свой звук для этого. Да, то есть когда вот тут есть к таким камням прибежаться. Но я что-то не могу на нее запрыгнуть. А по этим ходишь и как-то не очень. Так, вот одну стену сделали. Так, демолишь. И тебя демолишь. 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 И еще один был. Демолишь. Еще одна стена. Думаю, надо, наверное, заранее сейчас просто посчитать, сколько надо всего ресурсов и сразу сделать. Я хочу хотя бы парочку поставить. Ну-ка сюда. А, сюда, смотрите, а сюда тоже можно ставить. Прикольно. Так. Вот так вот. Только вообще-то, по идее, можно это все перепрыгнуть. И что мне делать, двухэтажный, что ли? Блин. Или нормально все? Так, да, только вот эту штуку надо вырубить. Ну тогда я сейчас пойду сразу нарублю ресурсов на сколько тут, на дофига стен. И мы продолжим. Так, а сейчас я попробую ценой собственного здоровья вырубить дилфозавра. Опа. Это что, тире? А, нет, все хорошо. Опа. Вот так вот это делается. Так, что тут? Тут, значит, у меня в костре еще было немного сырого мяса. Не знаю, жрут ли они жареные. Наверное, жрут, это же вкуснее. О, новый уровень. И так, а где мой дилофозаврик? Блин, как легко их потерять, когда они вырублены. Не, реально, где он? Эй. Блин, да где? Должен быть где-то тут. Вот мой дом.
И вырубила его. Вот, вот он, окей, рядом с большим камнем. Может еще и второго попробовать вырубить. Эй, ладно, нет, убью его на место просто. Че? Так, тем временем я уже захотел пить. То есть мой персонаж захотел пить. Ягоды. Так, ну-ка, готовое мясо он будет жрать? Давайте положим, посмотрим. Ну, скажем, 3 штучки. Ага. И посмотрим, сожрет он его или нет. Так, у меня есть мишабери всего лишь 6 штук. Просто я думаю, обнесу так я забором, и было бы неплохо тогда там оставить кого-нибудь сторожить все это дело. И к тому же он классно прокачается, пока я тут все это буду крафтить. То да сё. Вообще-то было бы неплохо еще и черепаху вырубить, но она что-то немного невырубаема. Для нее уже нужно будет... Кстати, а неплохо тиминг-то идет. Ну-ка, он сожрал жареное мясо? Нет. Можно пока что подобывать. Ой, я посчитал, блин, и для того, чтобы внести мой домик забором, что-то мне очень много всех ресурсов надо. Прям вообще дофига. Конкретно камней мне надо будет... У меня где-то 30. Да, 30 примерно забору. А, ну да, 30. Мне надо будет забор построить, то есть стен каменных, и... Блин, голодный. И так как каждый забор требует, то есть одна стена требует 40 камней, то мне на 30 придется добыть 1200 камней. То есть, блин, что-то жестко, жестко. Надо будет сейчас замочить кого-нибудь. Допустим, надо сейчас замочить, попробовать слоника. Но сначала вот это вот. Я боюсь, у меня сейчас копье сломается. Я устал, зашибись. А, окей. Копья, копья. И еще одна. Слоненок, слоненок, ты тут как? Какого-то уровня? 12-го или 2-го? 12-го. Ладно, давай. Главное, случайно не ударить трицератопс. Куда ты погнал? Вот только не воду, только не воду, я тебя прошу. Блин, а, слушайте, он пипец, я его догнать не могу. Ой, да хрен с ним. У него, видимо, прокачалась скорость передвижения, потому что я его реально просто догнать не мог, пока он бежал. Обычно я хоть чуть-чуть, по-моему, вроде как догоняю. А этого вообще никак. Так, вот он. Мой дилофазаврик. Почти приручился. процентов. В принципе, не так уж сложно дилофазавров-то приручать. Как казалось. Надо еще вот это вот замочить на мясо. Думаю, сейчас надо добыть побольше мяса сырого. И тогда я еще одного дилофазавра смогу приручить. Так, ладно, я пока что... Так, нет, сейчас я поставлю его и пойду добывать ресурсы. Да, так, наверное, будет лучше всего.
Еще пару раз ему надо сожрать мясо, и он будет моим. Тем временем тут где-то дилофазавр, я видел, ходил. Я его только что даже слышал. Но что-то не знаю, где он. Что-то он куда-то подевался. А, левел ап же у меня. Давайте прокачаем. Урон. Так, я его слышу. Где он? Вот он. Эй. Так, все. Дилофазавр, как... А как вовремя-то мне предложили ему имя дать? У него ничего интересного нет. Кстати, сколько у него здоровья? 150. Угу. И урон у него 225 аж. Неплохо. 150, это, по-моему, как было у велоцираптора моего. Или у него было 250. Не знаю, я в любом случае, наверное, теперь буду качать здоровье. Или урон. Или здоровье. Не знаю. Ну, так. Можно, типа, его отпустить. Ага. Путь нейтральным. И давай-ка следуй за мной. Ставлю его вот сюда вот. Ну же. Все, стой. Отлично. Правда, тут его видно сразу. Так что, наверное, я его все-таки лучше тени спрячу тут. Немножко в сторонке, самую малость. Да, все, ты теперь стоишь. Да, вроде он нормально стоит. Угу. А я пока что пойду добывать, качать, делать стены. Ой, блин, самое главное-то, я ж могу печку теперь прокачать. Ёлки-палки. Так. Где она? Вот она. Все, теперь, так, все, теперь давайте сделаем по-быстрому печку. Да, планы немножко изменились. Делаем печку. 65 хайда? Для печки? 125 камней? Ага. Ладно, может, не так быстро мы ее сделаем. Так, ну вроде я все собрал, что мне надо было. Все, кроме камня? У меня камня так и не хватает. Ну, зашибись, мне не хватает двух камней. Ой. Так, вроде все. Теперь должно быть у меня все. Да. Печку, только типа, даже не знаю, куда ее поставить. Наверное, вот сюда вот поставлю. О, мой дилофазавр тоже его атакует. Круто. Окей, надеюсь, ты встанешь на место? Нет.
Ладно, что у него теперь тут есть? Ага. Это, в принципе-то, пусть он тут херачит всех. Я в него верю вообще-то. Только здоровье ему надо будет прокачать. Уже, кстати, практически поднялся у него уровень. Так, а что делать с печкой-то? Ну-ка, она большая. Она достаточно большая, ну, собственно, я так и думал. Думаю, я ее... Блин, да она огромная. Ну-ка. Тут нормально будет? Нет. Вот как-нибудь вот так вот. Да, нормально я буду ходить, входить. Да вроде нормально. Смотрите за то, как прикольно она смотрится. Если бы мне еще динозаврик не мешался. Давай-ка ко мне, ко мне, ко мне. Все. Все, стой здесь. Так. Что? Вау! Вау! Ё-моё! Какого... Вот и пришел конец, собственно, моему дилофазаврику, собственно говоря. Судя по всему. Нихера себе. Мы с моим дилофазавриком замочили кронотавра, и он улетел лазить по деревьям. Не-не-не-не-не, стой здесь. Иди сюда. Иди ко мне. Так. Нет, ты должен стоять здесь. Ладно, стой здесь тогда. Все? Нормально? Его, к счастью, даже не ударили, потому что карнотавр был на меня сакрен. Эй, нафиг мясо. Надо с него побольше хайда добывать. А кронотавр-то, как оказалось, не так уж и... Не такой уж и сильный. Так, я могу починить? Нет, я даже починить не могу. Spark Powder. Так, в ней можно совершенствовать какие-то предметы? Ничего себе, ну-ка. Ладно, вот, допустим, пусть будет сэч. Пятнадцать. Ну, 16. Не знаю, а что сюда можно положить-то? Ну, Lightfire. И чё? Что мне тут в ней совершенствовать-то? Так, что с ней ещё можно сделать? Ничего особенного. А, блин, нет. Это не совершенствовать, видимо, а просто как бы типа жарить, готовить, плавить. Окей. Будем знать. Ну что ж, я, наверное, на этом закончу серию, да, не удалось нам
сделать заборчик каменный. Ну, следующий мы обязательно это сделаем. Сейчас вне записи понадобываю ресурсов. И уже обнесем наконец-то свой бедный дом, на который было совершено покушение прошлой ночью. То есть не прошлой, позапрошлой какой-то ночью. В общем, на него было совершено покушение, все. В общем, обнесем его заборчиком. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Кирт5, всем пока.